Сегодня, 15 февраля, этот мир покинули 5 звезд российского шоу-бизнеса, культуры и спорта. Вместе с родной дочкой трагически ушел из жизни известный российский певец и артист. Трагедия произошла в Иркутской тайге. Почти 2 недели вся полиция России искала пропавшую семью артистов. Буквально несколько часов назад их тела были обнаружены. Скончался российский певец и музыкант, участник группы «Любэ», лауреат премии «Золотой граммофон» и народный артист Белоруссии. Умер Андрей Залесский. Вчера вечером в городе Москва в районе Ленинградского вокзала на железнодорожном переезде трагически ушла из жизни известная российская певица и актриса. Прима передвигалась на инвалидной коляске. Ушла из жизни заслуженная артистка России, исполнительница многих песен в художественных сериалах и детских мультиках. Ее голосом разговаривали многие сказочные герои в мультфильмах. Ушла из жизни артистка Маргарита Корабельникова. И вновь трагедия теперь в городе Сочи. В ресторане «Плакучая ива» во время праздничного фуршета трагически ушел из жизни молодой российский певец и музыкант, блогер и близкий друг рэпера Тимати. Не стало 32-летнего музыканта-рэпера Владимира Богданова. Практически в это же самое время в городе Санкт-Петербурге в результате семейной драмы ушла из жизни известная теле- и радиоведущая, актриса многих сериалов и российская певица. Скончалась 61-летняя Анастасия Германова. Вчера вечером от осложнения тяжелого инфекционного заболевания скончалась российская оперная певица, единственная сопрано в России, которая получила премию «Песни года». На 50-м году жизни ушла несравненная Екатерина Лаптева.